Там есть купол, если что, купол поставить, есть гленка, сейчас есть баунд, сейчас выйдет. Сейчас не заклопаем. Завыди босса, завыди босса. Я ресну. Я там в танке мог там 4-4 надеть и остальные сюда надеть. Сука. Мы тебя убивало, я помню. Так у меня тогда чугилов. Нихуя не было шмот. Интересно. Смотри, если что, в этот бетик ты можешь вот сюда вот даже забегать. Вот, но не дальше. Вот это самая крайняя часть, куда ты можешь забегать. Но если бы Санька не побежал бы, мы побили бы. Да если бы кто-то понимал, как босс работает, мы бы все нормально было бы. Но ну, это то, что у нас два РДДшника стоят во льду. Full time. Можно типа перед льдом подбежать один, ну, подбежать ко льду и все. А так как я бежал, я не успел себя прохилить. Никто это за меня не сделает. А вот постоянно сплакали. Вот всегда как не вовремя-то, блин. Так, я быстро суп заберу с микроволновки. Самое обидное, что мне с этого босса сапоги надо, единственное, что мне вообще надо. И мне надо отойти. Пиздец. Ой, СС кому дать? СС кому дать? Дашь Малару, наверное. Пока не давай. Хотя пусть КД уходит, отдавай Малару. Внимание. Ярик, у вас уже нормально включили свет? Да, да, я ж зашел. А сколько примерно этого босса бить? 10 минут примерно. Ну, ничего, тези. Так. Да, да, да. 10. В смысле, 10 минут? 7. Босса бить. А я, кстати, саппорт не выпил. А, ну ты красавчик. И бетик, смотри, тебя кастуется инферналка, всегда ее выносишь куда-нибудь в сторону. И есть момент, когда нужно разморозить. Когда нужно разморозить, близко размораживать. В идеале это должно к кресту быть, да? Не тупи, когда тебе сказали, двойник должен в крест. Да, я тоже два раза попанул, там пиздец. Да ты как-то поздно сказал, я поэтому не успел. Да, я сейчас сказал всем. Да это вообще не должны говорить, это должно автоматически делаться. На аукционе. А чё все повыходили? Релогус. Я релогус. Все, расход. Траем или нет, я просто не понимаю. Сказали, что траем, траем. 7 минут, типа, да. Какой-то перерыв, я так понял. Не, траем, траем, сейчас заходит Серега, да траем. Не, если 7 минут, то можете меня менять. Подожди, сейчас. Будем траить. Если не заходит, сейчас поменяем его на апокалипсис и пойдем. Нифига! Понятно, блин, с камер в группе. Плюс три квеста на Эльдара. Да вон он зашел, Серега, уже не паникуй. Но... Не паникуем. Ну, я походу пентиум, да, Серега? Пока, блядь, комп ключ. Да свет рубанул, я же говорю. Серьезно? Я типа не знаю. Ну да. Так ебать, и рубанули так, ебать. Так не, ну хер его знает, у нас по поселку отключают. То там выключат, то там выключат. Да ты чё? Не весь сразу. Ну все, ждем, заходи. Вы убили, не? Нет, там заквейл был. На 10%, сколько там 15 стало. Да мы не добили. Ну, Серега, этот, смотри, когда эти элементали появляются, смотри, на тебе там дебафнись, прожимай сейчас, вот, блядь, сейчас пизда залетает, аркан рисует. Я прожался, но по окончании зеленки мы просто две плюхи по 40 тысяч влетело, и все. Да, что зеленку еще ставь, купол только под себя ставь. А он был на земле. Его... А, ну ты его ставил? Ну, когда зима была, ставил. А, я понял.
Ну, на крайняк, если останется, то тоже останется. Ну, посмотрим, сейчас нормально. Но. Я из баунт не отдал, я не думал, что меня шотнет. Там шоты отпиздаешь, тебе говорю, зефирон залетает, ебает. Шкафа, а то я это... Трупит. Без ДЦС Ника зефир не сложно убить. Что-то есть, там тринки отдавай на этих, на элементалей, там по очереди, типа, тебя как-то жил, чтобы тебя просто не убило за один раз, потому что вылетает две стрелы, это смерть в любом случае. А на скольких стаках начинает больно бить? А тебя с первого будет бить, пока не этот, пока не спадут арановские стаки. Тебя, ну, ладно, начал больно сразу бьет. А так бьет больно с 24 где-то, он почти убивает. Джанг. Джанг. Какие три? Пять давай. Влад, ставь карты, погнали. Влад. Все. Поставь еще огурцы. На всякий случай. Пусть будут. Все, комиссию отбил. Огурцы тоже возьмите все. Засмоньте Войда и Дестройера. Погнали. Рыбу поставил. Пристабафик еще нужен. Джанка, не забывай, Красноярск, тебя тоже очень много зависит. На бойске всегда full time, не на элементалях всех. Лапку. Без босса тут плохо. А тогда лапку кинете? Не спасает? Нет. От фамильяров. Херово. Фамильяров быстрое убийство спасает их. Чем быстрее мы их убьем, тем легче. Ладно. Я эвейшу? Ну, давай эвейшу. Все, набрали ранжу. Снова погнали. Все, и давайте не тупить. Беттик, смотри, стой всегда в сосуны. Вы должны треугольником. А ты троянский в похвалании. Чего вы стоите и мешаете друг другу? Треугольником стоим. Да я тут и стоял. Я только на... в конце, когда там они сдохли, я туда встал. Там, когда венец был, ты как-то троянского доставал. А такого не должно быть. Потому что он стоял не посередине. Не был виноват. Ну, я не буду разбирать, кто виноват. Короче, вдвоем виноват. Что-то инферналка в двоих залетала. Она должна в одного была. Сильно. Каст под конец, ребят. Саня, сосуны выбеги. Я кликнул. Троянский. Андрей. Угу. Забьете крест? Да. Войд, крест. Он сбивается. Саня, подбеги. Блять, закинь похован по Войду, закинь все под босса, по Войду боб закинь похован. Дестройер, Серега, выбеги от боя, от босса. Только не под никого, Каз сбил. Я заморожен, не вижу. Я никто. Стал падать. Что-то без останорода на земле налутали в этот раз. Так это бегали как дочки. Ходите. Все по часовой стрелке вокруг босса. Там сквозь диван вроде бьет. Да. Ну там почти выжили. Вот если Флойд был бы жив, сразу Дим нажал бы и выжили. Этот каст, если что, сбивался. Нет. Не сбивался, он воин. Там щитка не было. Был щиток, ты проебался. Все, вставайте, некоторые люди, некоторые резните. Женя, начинай резать. Кто быстро бегает, там можете встать, там недалеко бежать. Через обсерваторию. Вы видели?
Ладно, ладно. Перевожу. Саш, мне надо отъехать на 15-20 минут, я предупреждал. Нет больше трая одного. Не-не-не, мне надо через 10 минут, блядь, через другой портал. Не, конечно, надо убегай. Я приду минут через 20. Ярик, ты тут? Ярослав. А смотрите, если я офнусь и сапоги выпадут, вы мне их передать не сможете, да? Жизнь не удалась. Нет. Нифига, ты что захотел, бля? Да. А сапоги топчик мне надо. Ярослав. Бля, в идеале РДДшник, милик. Ну что там, где больше никого нет? Да, блядь, покурить не дают уже. Что там? Алло. Пошли бить. Пошли бить рано. Ой, Женя потом. Толоку выжу и пати приму. Буквально минута. А я сижу. Да. Ярослав, ты тактику на него знаешь? Надеюсь, что да. Блять. Да похуй. Ладно. Бей, текай. Ну, сейчас буду объяснять заново все. Давай быстрее. Не, ну а шо, он все правильно сказал, бей, текай, все. Блин, в принципе, прав, как ни крути. Ты не выиграешь. Ай, блин, красавчик, конечно. Про огурцы не забывайте, там тоже огурцы были, если у кого-то кто-то не прожал. На зиме прожимаются куполы, просто не видел. Да, если бы не купол, мы сейчас вообще сдохли бы быстрее. Только ты, кстати, Серега, можешь не сразу купол кинуть, где-то буквально секунды три пройдет, там. Если кто-то уломился так, то его купол засейвит хотя бы, а так. Вначале не сильно дамажит. И у всех должно остаться по одному стаку обязательно. Ну что, Ярик? Сейчас, Салоку быстренько проебали уже. Давай, Ярик, блядь. Сигареты уже, блядь, принимай нахуй салон. Так я не могу, я в этой Салоке. Начал вам щиндере. В пачку. Рыбу поставил, не успеет, как бы. Значит, Ярик, давай тебя братва ждет. Вся. Тебе еще объяснять тактику надо. А ты так объясняй, я что, я запомню. Нихера, да, вообще получает, подожди. Вот сейчас, сука, тут надо, блядь, убить, ну убей ты его, сука, да! И да раз, блядь. Сейчас. Я что, виноват. Алипичун, бля. Все, мой долбоёб умер, ебать. Нет. Это ты пета так называешь? Это дебилов на арене. Ну давай там уже. Сейчас рыба реально пропадет. Да, Ярослав. Сейчас, минуточку. Сука, я уже морочу чипшу. Это ж от меня зависит. Ну, конечно, за ДК играет. О, все, одного убил. Сейчас, все, остался Роха и Шаман, это быстро, бать. Ну, черт, мне на работу быстро, скоро идти. О, Рога, все, Рогу ваншотнул. Рога анрол. Все, Шаман остался. Блять, аж вспотел. Это последний босс, Саня? Ну, как бы, если хотите дальше идите, но у меня, да, по работе надо уже играть. Завтра можно допринести. Да, завтра добьем тогда уже, что сидеть всё. Полдня здесь. Давайте, я готов. Ну, скажем так, мы убили самых простых боссов. Ну да, ну типа, в любом случае, этим составом... У нас рейд как бы не бист. Далеко. В любом случае, этим составом погибли мы не убьем сегодня. Так что в любом случае надо оставаться. А так пока что нет, даже ключа Вани нет онлайн, но он мне пока не отдавал еще.
Все хуже рыбу быстрее, Ярослав. Если есть сапрот, пей сапрот. Нет, то давай обмен. Рыбу, а если завтра, рыбу, то во сколько? Так же в 12? Я где-то не знаю. Возможно, даже после часа буду свободен. У меня завтра медкомиссия будет, новое явление. Буду смотреть, во сколько я освобождусь. А то я тоже ближе к часу только смогу. А, меня, кстати, возможно, в четверг не будет. Ну, там эти ВК всякие будут. Я на мираж не выхожу. Вы десятку ЦЛК использовали? Санька. Что? Я не знаю, Паша, у меня времени, наверное, уже на десятку ЦЛК не будет. На этой неделе. Дайте рекламу и погнали. Ярослав, смотри, иди сюда. Не, так тут. Ну вот иди сюда. Вон, смотри, шкаф — это аран. Ты будешь всегда бить в бета-тестере. Он будет стоять... Ты справа бета-тестера стоишь от босса, да? Я на него сейчас метку поставлю. А? Я бью, да, справа вместе с отцом. Вон, звездочка. Будет звездочкой стоять. Смотри, у босса есть два коста. Инфернальная стрела и обморожение. Инфернальная стрела, когда кастуется в себя, ты всегда выбегаешь из рейда, от людей. Потом возвращаешься обратно, когда каст в тебя залетел. Далее. У тебя должна всегда стоять цель цели, то есть ты должен видеть, в кого кастует босс каст. И босс иногда кастует каст обморожение. Обморожение бывает сбиваемое и несбиваемое. Когда кастуется несбиваемое обморожение, если оно кастуется в тебя, ты убегаешь в крест. Если оно кастуется, например, в меня, я убегаю в крест, меня замораживает. Как он меня разморозит? Следующий человек, у кого кастуется инфернальная стрела, должен подбежать и разморозить меня. То есть подбежать ко мне с инфернальной стрелой, в кого кастует босс инферналку. Он меня размораживает. Далее, когда босс набирает 100% маны, у него кастуется одна из спецспособностей. Одна из спецспособностей — это венец пламени, как в обычке, просто стоишь, бьешь, не двигаешься. Одна из спецспособностей фамильяры, призыв фамильяров, ты просто начинаешь бить с квадрата справа налево и бурстишь. Все бурсты оставляешь на фамильяров всегда. И последний каст — бесконечная зима. Что ты делаешь на бесконечной зиме? Вот, допустим, я — это Аран, вон прыгаю. Ты идешь к Арану и бегаешь вокруг него по часовой стрелке и бьешь его. Когда ночь кастуется каст «Инфернальная стрела», если это будешь ты должен будешь опять же выбежать из рейда, потому что ты нас всех убьешь, если не выбежишь. И прорваться в идеале. Это все. Ну ты протарахтел, конечно, поехали. Блядь, ты хоть что-нибудь понял? Дальше ребаф, не хватает пристабафа, не хватает лапки. Потому что времени немного, поэтому и протарахтел. Все, как я говорил, бей, Саня, тикай. Вот я тут. Тут я дай ребаф, Саня. Нормально. Он уснул, я видел. Дай ребаф, Саня, забегай. Саня. Ребаф, Саня, приставай. Забегай, Сасуна. Все, остановись звездочку, Ярослав. А что, мы втроем? Бей звезд. Да, ну Сасуна выбежит. Сасуна так, тройничок с вами иногда. Ну, ребят, такое. Да, у вас трави ходить там. Надо убивать, значит. Да, мы завтра территорию школы идем убирать. Я собью каст, сбил. Кстати, профессор Адвоник. Стойте на фул рендже, бейте, Ярослав. Нет. Каст под конец бивать. Мне тогда... Вот, видишь, каст? Сейчас джанка. Апокалипсис. Касс сбить надо. Сбейте. Вот, я сейчас крест, меня нужно будет разморозить. Следующий человек, кого инферналка, Сасуны. Хорошо. Похолан, выбей меня. Вижу. Рано косты сбивайте, ребята, это все время мы можем бить босса. Под конец выйдя. Сам. Мега-дэн. Троянский выбеги. Пока каст просто сбить. Собьетесь? А мы разве не дан крест? Да чилипорт стоит, ебано. Под жанку нажмешь этот бок, потом он сдохнет. Сацуны выбеги. А, он стоит нормально. Там дай. Сацуны зубы, быстрее, Сацуны зубы. Добавлю. А, сорян. Думаю, уже поздно зубано. Он выбеги. Блять, ганг сдох. Бьем, пробуем без ганга. Ну. А пока не сейчас выбеги, быстрее, побежал. Красавчик. Все, возвращайся. Или не очень. К Сосуны выбегал. Я кликнул, наказали.
Крест. Надо молоко. А пока сейчас подбеги. Ладно, выбеги. Ой, блядь. Ой, гимн на ХП. Где, блядь, крест потерял? Крест потерял. Все, стои. Пахлаван, прожми. Блядь, ну почему втроем залетает? Калечки, блядь, стойте нормально. А троян просто бьет в спину. Вот я могу что сказать. Вот видишь, что он стоит? Да какую нахуй спину? Я же сказал, как бить. На фурнже. Он вот он стоит ближе к нам. Он особенный. Воет крест. Сосуны разморозь воина. Сосуны нужно заставить. Сосуны нужно заставить. Воет, отойди. Все, отошел. Сейчас выбеги, быстрее, быстрее. Ярчик, молодец. Бетика задел. Каст. Некогда. Беспомощная зима. Ой, блядь, Саня, по себе, Боб. 20 секунд, когда все, бега. Пахлаван, выбеги. Пахлаван, бабу жми. Сдохнешь, если нежно. Ну, все, значит, нет. Саня, бить каст. Ну все, это смерть. Падать. Короче, давайте завтра, что-то я уже заебал. Есть еще время на один трай, у меня просто тоже само время на последний трай. Войд. Не, нету. Надо уходить.